Los geht's! Но, Мардж, все думают, что я куколд. Из-за того, что ты помогаешь жене делать снимки? Тебе обязательно иметь OnlyFan-аккаунт? Гомер, сайты вроде OnlyFan позволяют молоденьким женщинам использовать их сексуальность и здоровье, чтобы поддержать их самих и тех, кого они любят. Разве ты не хочешь, чтобы Лиза пошла в колледж? Ладно, это имеет смысл. О, мне поступил запрос от Мо. Он хочет, чтобы я открыла бутылку Дафа своей киской. Я мог бы взять больше смен на станции. Пап, послушай. Если мама хочет показать свою женственность, а Барт хочет подглядывать за этим из своего домика на дереве, и все нашли консенсус, то что в этом плохого? Мы должны поднять культурный уровень и принять подобные платформы, которые позволяют женщинам без посредников активно вносить свой вклад в общество. В конце концов, мама подает мне хороший пример. А вот саксофон, который ты просила. Спасибо, дорогая. Лизин учитель по музыке хочет, чтобы я сыграла тему Симпсонов своей киской? Ну не знаю, Мардж. Я не пытаюсь уже... Гомер, ты ведь записывал? С меня хватит! Можешь называть меня бумером или старомодным хуем, но я мужчина. Для меня неприемлемо, когда расставление ног перерастает из любовного момента пары в 5-долларовый аттракцион для всех моих друзей. Так что я не буду это терпеть, Мардж. И если тебе это не нравится, то нам придется пересмотреть наш брак. Мистер Симпсон, ваша жена получает права опеки над вашими детьми, домом и половиной вашей херни до самых последних дней унылой жизни сломанного человека. Однако, суд признает вас невиновным в том, что вы были куколдом! Держите президентскую медаль свободы, пятихаточку долларов, игровое кресло фирмы 1DX и мое уважение! Конец. Да!